Всем привет! Купила хлеб. Вот. И мы решили сделать сухарики. Сейчас я нарежу кубиком хлебушек. Чесночка натрем с маслом. Потом перемешаем и в духовку. Посолим еще. У меня дети эти сухарики вообще очень вкусно грызут. Очень прям классные. Ну вот, мы накрошили мы хлебушек. Он, видите, раз он раскрошился. Даже. Ну, сухарики беру дешевый хлеб, он дешевле стоит, чем обычный. Вот. Тут у меня чесночок, масло, соль. Сейчас это всю смесь выливаем сюда и руками прям перемешиваем. Все, перемешала. Духовку мы включили, сейчас разогреется. И поставим минут 15-20, и будут сухарики хрустящие, солененькие, с чесночком. Ну вот, сухарики у нас приготовились. Сейчас горячие. Обалденно. Чесночком пьем. Вкусно. Готовьте вместе с Настей.